Всем привет, штат Аризоны, и я сейчас нахожусь в отеле в городе Тусон. Вот мы зарезервировали, называется Тусон Сити Центр отель. Вот это вход, получается. Там, в общем, регистрация. Вот так вот это все выглядит. Красиво внутри. Это вот при входе, здесь у них такие камни, типа как музей, что ли. Аризонские минералы или что-то такое. Вот. Здесь из малахита, получается, сделаны. Ну, вот такие вот камни. Вот там вот был бассейн. Здесь, получается, завтрак. Все входит в стоимость комнаты. Я потом покажу комнату. За комнату мы заплатили 85 долларов за ночь. Тут работник ходит, улыбается. Вот, 85 за ночь. И вон там бассейн большой. Здесь такие комнатки. Вот там, я думаю, что вот там люди что-то ходят. Наверное, это там кушают они или что. Два этажа. Комната у нас на втором этаже. Здесь тренажерный зал тут есть. Вот. Получается, небольшой такой тренажерный зал. Там несколько тренажеров, велосипед, я вижу. Беговая. Тут такая. И бассейн вот там. Такой, ну, нормальных размеров бассейн. Красиво там все. Там люди купаются, вижу, в футболках. Это бассейн, и, наверное, я так думаю, тут вот люди сидят просто. И, ну, думаю, что там же горячие джакузи тоже есть. Но я еще туда не ходила, мы только вот только приехали сюда. Там апельсиновое дерево, я вижу. Вот они. Апельсинчики. Ну, и сейчас мы пойдем в комнату, потом я комнату тоже покажу. Мы зашли сейчас в свою комнату, вот так вот комнаты, как бы у каждого свой вход приватный, вот так вот мы прошли. Здесь везде вот эти деревья апельсиновые растут. Такой он как бы парк, детки гуляют там, ну там дальше бассейн, и вот сейчас как бы... И вот у нас две комнаты, и, как я говорила, что вот я сейчас зашла, это вот первая комната, здесь диван, кондиционер вот уже работает, мы пришли, уже тут прохладненько внутри, телевизор, зеркало, вот здесь мини-кухня, холодильник здесь, плита, кофе, вот кофеварка, здесь микроволновка стоит, ну здесь туалет с ванной. Вот, и дальше вот здесь вторая комната, у нас две комнаты, спальня. Здесь двухспальная кровать, вот такая. Здесь тоже телевизор. А вот этот вход, я так думаю, что тут тоже можно отсюда выходить и из той комнаты выходить. Там стол, это вот наш чемодан, зеркало и еще одна, ну, туалет с ванной. Ну, ванна, конечно, такая маленькая. Вот она, ванна, как выглядит. Ну и там точно такая же. Получается, два туалета с ванной и две комнаты. Вот. Ну вот за это все. 85 долларов за ночь. За две комнаты. Поэтому, в принципе, даже вот я смотрю, тут может, например, кто-то с детьми, если приезжает, то могут там родители тут. А вот этот диван раскладной. И на диване кто-то может даже спать, получается. Ну, вот кто там хочет деньги сэкономить или, ну, что-то такое. В принципе, нормальные цены. Такие вот кухня, то, что тут даже можно что-то готовить. Ну, мы готовить, конечно, не собираемся. Мы, конечно, пойдем там куда-нибудь в кафе покушать вечером. А так вообще я говорю, что можно стучиться, вещи тащит там наши. Вот. Ну и мне понравилось, потом еще оторву эти апельсины, попробую. Они уже вон созревшие, даже перезревшие. Я смотрю, апельсины тут. Вот. Так выглядит отель.
здесь в Тусоне. Называется Tucson City Center. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!